Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей, и сегодня мы продолжаем играть в 5 ночей с Фредди. В прошлой серии мы прошли первую ночь и почти прошли вторую. Заяц все испортил, собака. Ладно, ладно. Я, короче, понял. Вина не зайца была. Виноват был я, и я посмотрел свой путеводитель и понял все-таки, что именно я делал не так во вторую ночь, особенно. И я постараюсь больше этих ошибок не допускать. Путеводитель учит, ребят. Итак, вторая ночь. Короче, первая моя ошибка... Да, вот телефонный парень звонит. Первая моя ошибка в том, что в первые часы... я трачу слишком много электроэнергии. Чик ушла? Серьезно? Телефонный парень говорит: «Привет, привет, добро пожаловать во второй день». И, ребят, я также прочитал, что можно следить и задерживать Фокси. И я понял, ребят, почему Фокси долго не двигался с места, когда он уже вот готов был ринуться по западному коридору ко мне в офис. Да, Бонни ушел. А, вот он. Короче, на Фокси нужно посматривать не слишком часто, но и не слишком редко. И тогда Фокси получится задерживать. Вот как раз телефонный парень говорит: проверяй пиратскую бухту. Ага, Чика на кухне. Ага, Бонни здесь. Так, слишком много мы тратим энергии. Чика на кухне, Бонни в западном коридоре. Ага, вот Чика. Итак, пока буду наблюдать и потихонечку присматривать за Фокси. Один час. Бонни здесь. Чика на кухне. Так. Так, не буду слишком долго смотреть на камеру, потому что это тратит энергию. Также, ребят, фуф. Боже ж ты мой. Я немного почитал про этого Фредди. И я понял то, что... Так. На камерах Фредди... сложно заметить, но заметить его можно по белым зрачкам. А где Чика? Может, она на кухне? Да!
боже ж ты мой! Он слишком часто сюда приходит, этот заяц Бонни. Так, проверяем пиратскую бухту. А, он ушел. Так. Ребят, я понял, как надо действовать. Во вторую ночь не двигается только Фредди. И поэтому... Я понял, ребят. Нужно вот просто иногда поглядывать за Фокси и смотреть вот только сюда. Ну, или там иногда только там поглядывать на камеры. Остальные. В основном смотреть сюда... Бонни действительно умеет телепортироваться. Уходи. 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 Кыш. Кыш. А-а-а. Не уходит. Он не уходит. Он тратит мою энергию. Ага, Фокси уже высунулся. Ах ты черт. Он не уходит. 3 часа, у меня 44%. Проверяем вот тут Фокси. Когда ты уйдешь? Зачатин, ты мне сейчас все испортишь. Когда ты... Так вот, Чика, кстати. Когда ты свалишь? 3 часа. 40%. 39. Он с ума сошел. Он специально хочет, чтобы я... Проиграл, отлично. Куда ушел Бонни? А, вот он. 4 часа. Пока живем. Мы должны тратить минимум энергии. Бонни здесь, если нет. А, нет. Бонни вот. Где? Когда ты... Уйдешь наконец-таки надолго. А, отлично, его нет. Он действительно умеет телепортироваться. А куда Чика делась? Мне интересно, куда делась Чика. Кстати, ребят, я понял. Аудио. Ну, то есть, типа, звуки посуды? Вот когда там Чика гремит. Они издаются только тогда, когда ты смотришь на камеру... на камеру, в которой ничего нельзя увидеть. Боже ты мой! То есть, вот на эту камеру. Когда ты вот на эту камеру смотришь... Раздаются звуки посуды. Уходи, курица! 5 часов. Фокси. Мы его задерживаем, ребят. Отлично, держим. Уйди! Фокси здесь. Уходи. Боже ж ты мой! Двое! Так. А, вот все, этот ушел. Так. На Фокси глядим. Семь! 7%! 6! Чика, уходи! Уходи, их ты курица! Их ты курица! Она приставучая какая, курица. Ну все. Блин. А, все, курица ушла.
6 часов. Ура! Ребят, оказывается, вот я прочитал, Фредди тоже шумит на кухне. И видно, звуки, когда он шумит, будут слышны только тогда, когда я посмотрю на ту камеру, в которой ничего не видно. Вот телефонный парень опять. Чика уже ушла. Сидим тут. Эй, эй, у тебя все хорошо получается. Чика, вот. Не тратить слишком много энергии. Так. Чика куда-то исчезла. Бонни, кстати, не сдвинулся с места. Черт, курица, Чика. Она очень приставучая, поэтому я не знаю. На Фокси смотрим, Бонни и Фредди пока стоят. Отлично. Курица минусом. Ах, вот она, недалеко ушла. Так, эти стоят. Ага, курица здесь. Вот Чика. Пока можно не волноваться. Иногда только поглядывать на Фокси. Трачу очень много энергии. 70%. У меня. А я только 1 час прожил. Это не очень хорошо. Вот Чика. Я только 1 час прожил. 2 часа. Так. Кто-то отключил камеру, походу, Бонни. Хотя... Я не знаю, потому что Бонни еще с места не сдвинулся. На Фокси поглядываем. Наблюдаем. 62%. Фокси, он готовится нанести удар по мне. Чика где? Два часа. Зашибись. Ага, Бонни тоже ушел. А где? Ох, черт. У меня, кажется, проблемы. 3 часа зато. Пока дверь не закрываем. Фокси еще не ушел.
Боже ты мой! Надо посмотреть, где Чика. Ах, вот она. А! Вон! Серебряные зрачки Фредди. Значит, Фредди здесь. Фокси. Так, я слышал, как ушел Бонни. Черт, я не вижу. Где Фредди? Вот блин. Ах ты! Ну где Фредди? Курица. Закрою дверь на всякий случай. А, вот Фредди. Четыре часа. Он Чика. Фредди до сих пор здесь. 17%. Однако, ребят, я не думаю, что мы доживем. Откроем дверь. Пять часов. Фредди. Фредди, кстати, тоже можно тормозить, поглядывая на него на камерах. Пять часов. Закрыл дверь. Где? А, вот Фредди. Я видел его зрачки в туалете. А-а-а! Вон Фредди. 2%. Ребят, это только третья ночь. Ну все. Провал. Сейчас Фредди придет и зашибет меня. Черт. А вдруг я не успею дожить? О! Я успел! Я успел! Ребят, это сейф века. Ну ладно, не сейф века. Но я просто спасся чудом. Так, ну четвертую ночь мы пока проходить не будем. Что ж, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Да, в этот раз обошлось без скримеров, но было очень много опасностей. Что ж, всем удачи и всем пока.